универсальнее футболист, тем он качественнее и сильнее. Поэтому здесь, мне кажется, развиваться надо полностью. Не забывать, кстати, о учебе, чтобы голова тоже соображала хорошо. Занятия спортом должны быть в перемешку с хорошей учебой в школе. С точки зрения родителей и любящего отца, вы бы отдали своего ребенка заниматься футболом в такой клуб? С удовольствием бы отдал. Сколько я себя помню, в детстве все время ездил на автобусах, в городском транспорте и так далее. А здесь, конечно, если поблизости есть такой центр, то это вообще замечательно. Я вот с удовольствием посмотрел, они бегают с удовольствием. Им даже, на самом деле, чтобы тренировать их, он мяч бросил, а они довольны, кучей бегают. Для того, чтобы ребенок развивался, я его с удовольствием отдал в такой клуб. Пару пожеланий нашему клубу. Развивайтесь, получайте от этого сами удовольствие. Мне кажется, дарите удовольствие детям. Вообще такие центры, я думаю, что для детей это здорово. Мне кажется, здесь наш футбол зависит от того, как мы занимаемся с детьми. Все молодцы, вам успех. Спасибо. Спасибо, что приехали. Большое спасибо за возможность не просто заниматься, а заниматься и учиться чему-то новому. И не только у наших тренеров, которых мы очень сильно любим, мы уважаем, но и у таких знаменитых людей, как Евгений Алдонин. На самом деле эмоций очень много, они яркие. Впечатлительно все было, очень круто. И самое классное то, что мальчишки очень ждали этого дня, этого момента, чтобы посмотреть на настоящего футболиста, чтобы они понимали, к чему им самим стремиться и куда им расти дальше. Ну, мне лично очень понравилось. Мы очень любим футбол, мы очень любим бейби-гол. Два раза в неделю мы здесь занимаемся. Тебе понравилось, Роб? Да? Фейдбэк? Да, там есть вот этот зал, где можно ждать, там смотреть на экран, чем они занимаются, можно здесь в зале сидеть. Да, нам очень понравился праздник, нам в принципе очень нравится бейби-гол, нам нравится концепция самого клуба, как это все реализовано. Сегодняшнее мероприятие, это, конечно, такое очень интересное для детей и для родителей, чтобы дети могли поверить в себя. Может быть, кто-то станет звездами в итоге. Вот. И, конечно же, я хотела сказать выразить большую благодарность работникам и команде этого клуба и сказать им огромное спасибо за их искренний труд.